Здравствуйте. Приветствую. Также выполнено барьерное ограждение, стерильное ограждение. Здравствуйте. Значит, проложены кабельные вода для инженерных сетей. В работах принимали участие более 1500 человек. В том числе это были работники и из Амурской области, а также приезжие, значит, работники. Вот в данном случае специалист из Волгограда, Дмитрий. Тоже участвовал в строительстве. Дальний Восток. Нормально. Нравится. Претензий нет? Никаких. Все, зарплату заплатили. Конечно. Все вовремя. Да, спасибо большое, радует, что приехали к нам в центральной части России, помогли нам в этой стройке. Я думаю, когда вернетесь домой, да, всем что остальным расскажите. Ну, вспомнить это обязательно будешь. Скажите, что в Дальнем Востоке сейчас таких строек очень много. В Амурской области, буквально 100 километров отсюда, два завода строятся больших капитальных. Так что мы ждем строителей наших, российских, которые готовы нам помогать. Спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Также строительство принимали не только из других регионов, но и наши амурские, тоже Белогорск. Это очень важно. Белогорск, компания, да? Да, компания «Искомост», это вот представитель компании Юрий Михайлович. Спасибо большое. Пожалуйста. За эту работу. Рады. Не, на самом деле это очень важно, потому что когда планировался стройка этого моста, как раз вы завершали мост в Селимжинском районе. Да. Мы тогда встречались вместе с коллективом, общались, показывали, да, как, да, как сложно, да, делать опоры в течение, и ваш жизненный опыт коллектива пригодился здесь, потому что сложное время приходилось это делать. Конечно. И наводнение было здесь, шестую опору проблемы были. Все. Спасибо большое. Пожалуйста. Очень рады, что это наши земляки могут. Представитель подрядной организации. Уважаемый Александр Александрович, уважаемый Василий Александрович. Значит, на российской части мостового перехода Благовещенск-Хайхэ завершены основные этапы строительства, которые позволяют осуществить сквозной проезд по мосту и по подъездной дороге. На данном этапе у нас работы выполняла по строительству основного моста и моста через протоку Каникурганскую компания УСК «Мост». Я бы хотел предоставить слово заместителю генерального директора данной компании Давыдов Эдуард Александрович. Строительная компания выполняла работы с декабря 2016 года. Мостовой переход объединил более 1500 специалистов со всей России, включая Амурскую область. Сложности, которые были вызваны паводками 2018-2019 года, благодаря техническим решениям, совместной слаженной работе строителей, проектировщиков, заказчиков, мы преодолели. На сегодняшний день основные строительно-монтажные работы на объекте завершены. Объект готов к открытию теста. Эдуард Александрович, вы с нами начинали с самого проектирования, вели и сопровождали эту стройку. Тем людям, которые были причастны на стадии проектирования, момент строительства, те, которые приехали из Калининграда, с Читы, передайте, пожалуйста, обязательно большие слова благодарности от нас, дальневосточников, что вы помогли нам сделать этот проект, который там десятилетиями не мог стартануть. И вот сегодня мы видим, что есть результат труда человека в первую очередь. Обязательно передайте. Спасибо. Им, пожалуйста, большие слова благодарности. Александр Александрович, прошу дать команду на запуск тестового движения. Ну что, поехали? Поехали. Хорошо.